радости у этого проекта. О, не хочу срывать, пускай растет. Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас в районе Махмутлар. Нашел двухкомнатную дизайнерскую квартирку под ключ. Этот проект был сдан 9 лет тому назад. Покажем. Вот такой вот проект. Квартирка продается на втором этаже. Время съемки 5 часов дня. Идемте в эту сторону. У нас здесь есть бассейн. Также имеется в здании крытый бассейн, но он пока что не функционирует из-за пандемии и требует ремонт. Я его снять сейчас не смогу, потому что там закрыто. Тут вот такой бассейн просторный. Также есть детский бассейн. Покажите. Зонтики, шезлонги, все присутствует. Все есть. Расстояние от моего места до Средиземного моря 500 метров максимум. Рядом есть маркеты, рестораны, фитнес-зал впереди специально. Вот есть открытая парковка, вход отсюда. Да, это места для велосипедов, мотоциклов. Находится место расположения около вторничного рынка. По вторникам тут позади где-то 100 метров вторничный рынок района Махмутлар. Вот такой ухоженный маленький садик тут с цветочками. Ага. Вот розочка. Здесь у нас вход. Такие двери. Здесь есть дорожка для коляски. Для всех, кто хочет подняться наверх. Вот такой коридор. Лифт тут имеется. Два лифта. И вот наша квартирка. Вот такая красивая. Это гостиная комната, совмещенная с кухней. Здесь 65 квадратных метров в серых, зеленых оттенках. Такая мебель. Кресло здесь поворачивается вот так. Вот она такая, не совсем мягкая, но жесткая. Диванчик жесткий, и цветочки. Телевизор фирмы какой-то High Level. Кондиционер тоже есть. Бытовая техника, все Vestel в квартире. Шумоизоляция очень хорошая. Сторона квартиры юго-восточная. Восток с этой стороны, юг с этой стороны. Выйдем на балкон. Очень просторный балкон вот такой. Туда вот так снимем. Видно соседнее здание. Здесь есть где-то 13 квадратных метров на балконе. Пройдемте в спальню. Снимем спальню. Такой мех здесь хорошенький, мягкий. Так, здесь санузел с душевой кабинкой. Стоит проточный водонагреватель фирмы Veito. Качественный нагреватель. И вот такая спальня. Здесь у нас встроенный как бы платяной шкаф. Глубокий. С этой стороны тоже снимем. Здесь квадратных метров в этой комнате где-то 10-11 максимум. Но есть проход. Нормальный проход. И с той стороны также. Никто никому не будет мешать. Вот такая спальня.
Все. Подведем итоги, дорогие зрители. Квартирка 1 плюс 1, двухкомнатная. Жилая площадь здесь 55-56 квадратных метров приблизительно, с балконом вместе. Зданию 9 лет, расстояние до моря Средиземного 500 метров, 500 метров до Средиземного моря. Рядом есть вторичный рынок, маркет, рестораны, фитнес-зал и тому подобное. Кого заинтересовала эта квартира, обращайтесь. И главное, цена ее 56 тысяч евро. Скидочку я для вас добьюсь. Звоните, пишите по номеру WhatsApp, Viber, Telegram, который указан в профиле и в описании этого ролика. Все, с вами был мистер Агаси, сегодня я без шляпы. Все, всем пока-пока.